Туле в эти минуты проходит суд над бывшей заведующей отделением роддома номер один, где в ноябре прошлого года во время пожара пострадали двое младенцев. Тогда около 10% ожогов поверхности тела получила девочка. Гораздо более серьезные травмы у мальчика Матвея. У него обожжено 75%. Ребенок перенес уже больше десятка операций, ему требуется длительная реабилитация. Дело получило большой общественный резонанс. Подсудимого обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью. Наказание по этой статье до 5 лет лишения свободы. Слушания идут в открытом режиме. Как установило следствие, в палате в тот день был включен обогревательный прибор. От него загорелась пеленка, которой была накрыта лампа для фототерапии, установленная прямо над кроватками. Потом пламя перекинулось и на них. ЧП заведующая попыталась скрыть. В тот день она дежурила в отделении. И, как сообщает агентство «Интерфакс», бывшая заведующая отделением роддома на судебном заседании не признала себя виновной. По ее словам, пожарная сигнализация в роддоме была неисправна. Добавлю, что уголовное дело было также открыто в отношении медсестры, которая накрыла лампу пеленкой. По амнистии оно было прекращено, но, как подчеркивает в Следственном комитете, это не является реабилитирующим основанием.